Тень против RPG искусственно вся отыграется. Плюс просто ниже садимся, блядь, ну не игру, в автобус, ну, блядь, просто отодвигаем. Вот они, я смотрел, они мгновенно А на отодвигают второй тур во оборону, в сколько? итоге вообще ноль забросов, и ни один заброс не проходит, вообще Второй в 23. Ну, надо посмотреть сейчас. А что это такой большой перерыв между турами, блядь? А там, если что, пусть вот. Абельдос и Коля под пас открываются, если они... Ну, сейчас все встанут. После рубежа, посмотрим. Короче. Сейчас смысла нету просто по РТГ говорить. Сейчас с рубежом будет. А, сейчас рубеж? Да. А, сейчас рубежом играем? Бля, я уже настроился на РТГ. Ёбаный серый, ну ты пиздец, как ты. Посмотрите, блядь, этот расписание. Да, я, ты, блядь, уже сколько раз говорил, что будешь его писать, блядь, хуй ты забил на всех, блядь. Ты, блядь, ты, блядь. Вы смотрите группу, ёбаный в рот, сначала, прежде чем пиздите, блядь. Какая группа нужна, блядь? Ну, блядь, и чё мне, блядь? Может, вам звонить, блядь, каждый день, блядь? Лично, да, звони. Я вообще-то буду не против. Слушай, ну я могу вам только, блядь, ссать в баночки и рассылать нахуй, блядь. Ты же не ленишься, блядь, эту хуйню, блядь, состава писать, блядь. Еще главное время по Москве, блядь, вот эту залупу всю, блядь. Почему залупу? У нас просто есть ребята, которые как бы с Украины, чтобы они не путались, блядь. Да, эти ребята с Украины уже, блядь, 7-й год, блядь, здесь, и они уже не все понимают, что по Москве, это плохо. Блядь. Кто понимает, кто нет, блядь, мое, как бы, вот, такое желание написать, что все мне... Сейчас будет с голосами, да, получается, стрим? Ну, запись, да, с голосами, как и предыдущий. Так, надо фильтровать, да, короче, речь? Не, лучше не фильтровать. Да так неинтересно, это все надо фильтровать. Тогда какой смысл, блядь? Запись ну. Со звуком, если фильтровать? Да надо было не говорить, что ты ведешь со звуком. Было по-живому, блядь, как мы не знали, блядь. Когда я там отхуйсосил бедным по-русски, блядь. Так вы знали, блядь, ты просто глухой, походу. Пиздец, мне аж так неудобно, я думаю, сейчас Санчо послушает, охуеет им. Обязательно смерти блядь, желает, блядь. А я что говорю там, блядь, да, надеюсь, Санчо идёт. Так вы не знали даже, что там играет, вы узнали после, в конце матча только. Что за уебанская команда, нахуй они вообще... Не, ну слушай, ладно, я подозревал, я же увидел там Skyline Санчо-то. Я просто думал, я просто удивился, думаю, он не он, блядь, какой хуйней-то играть, блядь, да, чего он, бы. Да, он не он, блядь. А он же, блядь, киберспортсмен, нахуй. Ну, по-моему, после того, как ты ушел, блядь, вообще так не пошел. Вы были вообще, когда было, блядь, ФК тема, блядь? Это была тема, по кайфу, да, было? Вот там, блядь, они ебали всех, блядь, Санчо там, блядь, был. Антон, ты прыгай. Сейчас. Прыгай, Антош. Опа-опа-опа. Прыгаю, мальчик, прыгаю. Где мальчик? Че? Где мальчик нашел? Тут скажешь, что вы девочки, блядь. Вообще-то женщины. Ну, блядь, Даня, после твоего постера, блядь, с губами стоишь, блядь. Ну, так-то да. Ну, так-то да. Давай, губы, прыгай. Да все, все. Да все, все, блядь. Ауф. Я, ауф, ауф. Бля, Вася. После завтрака в России, да? Спартак Ростов. Заебись, а пахнет пися, блядь. У нас много людей, кто за Спартак болеет? Сколько? Один. Валентин. Ну не еще Коля Тиман, да. Не, я сейчас за ТДСК именно болею. То есть ТДСК топовый тренер. Надеюсь, Ростов выиграет, я буду хуй сосить Спартак. Ах ты пидор. Ну в Ростове Карпин, нормально. Такому и проебать не жалко, так говорится. Ну да. Ну что там? Секунд 10 зовут. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сука. Пунктуальные, блядь. Даже заранее, нахуй. Я просто накинул. Красно-черно. Красно-красно. Красно-красно. Все.
Хули вы орете, блядь, как бешеные, блядь, ебан. Красный крас! Я не вижу, блядь, ребят, серьезно, блядь. Хертез. Мало ли, может, тебе на... не отличаешься. Тебе напомнит вчерашний день. Понятно, блядь. Может, ты решил тур по хардплею ебануть. Тебе надо эти, как его, блядь. Я же объяснял, что это не перед РТГ просто баловал. Да. Прикольно, если мы с РТГ бы сыграли вот так. Ну, на старте. Поехали. Оп. Ебать, я как будто, блядь, в раю играю. Пизда, такой контент хороший. Понятно, блядь. А чего вы не выходите? ТЗшники-то, блядь, ёбаные. Вышли. Мы играем без искусственных офсайдов. Хорош. Еще раз напомню, что мы... Олсен настроен, пиздец. Так, это че? Команда, бля. Лохоин, да, Серег, на подачу? Да-да, ну на угол. Хорош, хорош, Олсен. У нас бросили на... по центру чувака. А вы что, не ваш игроков, да? Вам похуй, если не... Я скидку, короче, держу в центре. Бля, там на полукруге. Блять, у меня здесь два игрока, блять, на полукруге. Не бойся, это нормальный состав. Хорош. Я думал, нихуй соус, нормальный состав. Блять, я не успел два отжать, он так. Что, подавите? Блин, вдвоем пробежали сейчас. Всё. Сереж, ты уже... Что, Серёга, блядь? Всё, ладно, браво, успокойтесь, браво. Блядь. Вы, может, мне не будете тыкать, ладно, блядь? Или я буду мутить сейчас всех нахуй? Да хуя советчиков смотрю здесь. Конечно, сильно, да. Получится. Хорош. Понятно. Дальняя дань, блядь. Долго. Один был. Я не видел. Вообще один был. Да? Угу. Потом, блядь, что-то с голдами не стоит. Блять. Зача, опускайтесь до конца, пожалуйста, не останавливайтесь, блять. Там все зайдет, надо меня убивать, пожалуйста. Меня вытянул. Я возьму все. Мы сейчас проебем такую игру, вы что делаете-то, блять? Вы что, вообще ебанутые? Я же сказал, меня выдернул. Давайте ты до хуйне проебем, блять. Бля, где цепочники-то все? Не, пятками давай. Да я не хотел пятки, не думал, что так развернется хуёво. ГГ! Ребята, есть чемпионский. Я не понимаю, блядь, как от нас... Ну, будем высоко подниматься и все. Да, я завис. Сколько раз надо сказать, блядь, вам, чтобы от вас не убегали, я не знаю. Не давал пятк. Давай, уходим. Куда вы? Блядь, первый профлер, блядь. Все, тебя не услышали, я тебя поздравляю, тебя не услышали.
Это мастера искусственного сайда там бегают. Ну мне еще надо вам сказать, что ли, блядь, ебаный в рот. Вы можете собрать? Ты лучше скажи ЦЗшникам, чтобы они перестали делать ебаную линию офсайда. Это будет охуенно. Охуеть. Хорош. А можно. Хорошо. Давай, давай, хорош, горит сейчас, блядь, времени, да хуй еще сейчас. Хорош, Дань. Блядь, что меню сука? Нажал же, надо было пили. Хорошо. Стоп, долго. Ну закопайте, закопывайте сами, хоть давайте пусть мяч быстрее ходит. Тём. Это слегка было на... А, давайте на хтёпничью, блядь, я не знаю. Я ебал в ваш рот рубежом, полка бегает, блядь, вы чего чёрты? Тихо. Хорош. Ребят, ну в кучу не давайте, сделайте на весик. Мы можем просто побольше финтов делать, да вообще заебись тема. Я сейчас начну гореть, нахуй, отвечаю. Можете, чтобы мяч быстрее ходил? Мы играем ебаным узким ромбом, блядь. У нас есть позиции, блядь, как мяч должен идти, блядь. Идите ебаной лесенкой просто. Хорош. Хорош. Топ. Давай, Серёг. Успей. Забиваем. Брат, ну это надо бить. Мне показалось, там монстр был. Да не. Я иду, но не успею. Давай, похуй, я страхую. Уже не пойду. Ой, отлично вообще. Топ еще. Ух, блядь. На тоне. Давай, ебем нахуй. Заброс, смотрите за спину. Надо 2-2 до перерыва сделать и разберем. Баланс центр. Да, блядь. Ой, блядь, я че такой открыт? Не горить. Давай. Инсомнию, блядь, хуёмнию. Мишеня. Нахуй я тихо 11 просто. Да, смотри, нет, ты выскочишь просто. 10, нормально, давай. Ты не имеешь, ты... Давай, не там получается. Уже закроем, давайте. У меня левая нога, а там я правая давай. У меня правая 2 звезды. Вы выше здесь на вас. Хорош. Давай, надо забивать. Не успею дохнуть. Ой, блядь, давай. Еще. Давай, еби. Бля. Во фланг откройтесь. Да не торопись, ну же еще, ты же видишь, что они не открылись. Да, я думал, я головой сыграю. Давай ближе, ближе. Быстрее. Вперед, играйте только. Все, не успели. Ну ладно, ничего страшного, сейчас забьем. Просто побыстрее надо чуть-чуть. Блять, не горите, ладно вам. Это рубеж, ебаный. Мы можем забить миллион голов. Кто-то фин сделал, уже все, полкоманды, блядь, сгорел. На первой стадии атаки, когда мы только выходим из обороны, пожалуйста, открывайте получше друг по другу, потому что иногда я получаю мяч, у меня вообще тут никого бывает нет, и у анималити то же самое бывает, блять, он там один на фланге стоит, меня перекрывают, а все остальные убегают вперед. Ну да, есть только. Лучше открывайтесь под друга, а не пиздите друг на друга, ёпта. Ну просто смотри, при выходе из обороны ТПшники не должны широко отходить, туда должны наоборот уходить в форварды, чтобы они... У меня вообще, блядь, я не знаю, кому мне отдать, потому что у меня цопы перекрывают, а больше мне некому отдать, только забрасывать, блядь. Вот вообще вот. Никого нет. Смотрите, забросы с разводом мяча у них будут, ну и все. Погнали, давайте, ебем. Просто мы в пас отыгрываемся, и все, мы их уже растянем. Вот так вот, и все, и там цоп уже. Пиздец. Там же никого не было, дядя. Что такое? Прямо с вами. Ну до середины. Только за спину смотрите. Заброс. Сразу выносить будет, ладно. Есть. Можно даже не трогать только. Только не надо мне, пожалуйста, не с нами, скорее всего.
Сейчас мне подойди, да, подойди под мегу, подойди. Подбор заберем. Да, не понадобится. Ладно, похуй. Угу. Нормально, поехали. Давай центр. Хорош, хорош, давай, ебем. Заброс, дайте сейчас отберёте один. Заброс мне просто разбить, заброс. Не ходи, не ходи, не ходи, не ходи. Почему не ходи-то, блядь? Я не тебе, я не тебе. Спокойно. Я ему... Так, да, ему... Нормальный игрок, но... Ну нахуя на меня вносить-то, долбоёб ты, блядь. Всё, успокойся, играй, блядь. Всё, подбор забери. К игрокам только, если мы забираем подбор, надо стоять перед их игроками, потому что их ЦСРшник будут играть мяч. Можно бросить. Бля, сори. Ебись. Волынь, не давай мощные пасы, пожалуйста, но они хуёво идут. Шо? Мы опять выиграем, даже. И выбьем ваут. И выбьем ваут, блядь. Выбьем ваут, блядь. Успокойся. Блядь, я сейчас буду мутить, нахуй. Вы заебали уже, нахуй. Тихо. Как, блядь, девчонка, а, плачешь, давай. Пиздец. Забиваешь. Дай Эктору, дай низ. Нормально. Пиздите меньше, блядь. Королевская бомбежка. Вышли все слон. А, неплохо было. Сучка. На весе, бро, такие сотни хуями не проходят, кстати. Можете на... Дальнюю? На... Давай туда, на полукруг, давай. Давай. Скинь еще. Блядь. Миша, Миша. Можно. Давай. Давай. Ёбарот. Вратарь, блядь, не умеет. Хорош. Нормально. Чё, Дань? Давай. Сосать, сука! Хорошо, да. Давай, блядь. Давай, на победу давай. Давим, это говно, ребят. Сергей поэтому. Капитунов. Я в той там закрываю. Серёг, еби его. Фол. Ну, извините, здесь. Хорошо. У нас есть полчаса, чтобы... Надо забросить, погоди. Быстрее. Давай, быстрее, икс, блядь. Я утяну, быстрее. Я утяну вот это говно. Давай, забрось. Забрасывай. Ну, а кто-то побежал. Давай, нормально. Тёмный, в шахане. Хорош. Не потерять. Полын. Ничего. Там между всеми пошло, я дарком дал. Чё там стоял? Под обычный пас. Обычный стёрк. Давай. Поставите, мы все бежим. Давай. Под себя просто открывался и спустя. Обычный. Хорош, Даня, рули. Давай, блядь, кошки, сука! Вот так вот. Ребят, спокойно, так же через пас играем. Заброс, смотрите. Ребят. Сразу. Давайте Серега, сейчас не выходим. Давайте успокойтесь. Не выходить, Серега. Тихо, да тихо, блядь, да заткнись. Успокойтесь. Тихо, ну, блядь. Заебали все. Не кричите. Ну что делать-то, блядь? Зе вышли. Нигде это, не выдвигаемся, да. Ну, давай там за пассингой бельдосы здесь. Кандалаки вылетят. Да. Бля. Кандалаки вылетел. Нормально. Подождите, сейчас подойдем. Слышали новость? Кидай туда. Кандалаки вылетел, да. Антон, играй, пожалуйста, по своему ЦЗшнику. Чего? По своему ЦЗ играй. А. Давай, Дорт. Блять, офсайд. Офсайд, офсайд. Не спешите, ребят. Играйте до конца всегда, пожалуйста. А теперь спеши, на КЗ давай. Бля, там... Да. Давай. Серега.
шикарная. Мега, лучше бы мне пока дело не забрал. Что там, офсайд, наверное? Офсайд. Это он умеет держать. Хорош, Коля! Дор. Ой, хорош, Даня, блядь. Даня, гений, блядь. Маленький пиздюк. Мой пиздюк. Давай еще. Сосать. Просто сосать, блядь. 5-2 делаем. Больше счет делаем. Это хуйня ебаная, не счет. Встретил, пожалуйста. Спасибо. Спокойно через пас. Не спешим. Просто, блядь, натренировался на ЛТЕ, блядь. Да, Миш. Артём, подай здесь, сделай ко мне движение. Да не, он открыт. Братан, он стоял открыт. Открытый, и ты, блядь, начал ты, так. Да. Ну, Миш уже тоже старый, он уже засыпает нахуй время. Нет, в смысле, я пас тебе давал, я тебе потом покажу момент. Да, Тём, я видел, у меня он сам начал двигаться. Да, я тебе пас давал там. Всё, давайте, забьёте на этот момент и будете играть, блядь, сейчас. Да нет, давайте, блядь, ну, полчаса его будем обсуждать. Сейчас с РТГ начнем тур, будем обсуждать этот момент. Продолжим. Да. Сами продолжайте сейчас обсуждать эту хуйню. Малын, возьми вот этого в центре. Заброси. Кого? Там... Вот это вот, который там стоит один. Три человека просто. Ну, хуй бы с ними. Да это понятно, что с ними. Там забросьте, кто там. Давай, очкастый. Ой, вообще гений. Никого. Ладно, Гарп, иди моя дальше. Помарка. Я хуй знает. Тём, продолжим. Да не, на треугольник. Хорош. Бать. Можешь дальше забить, а то там Влад Белый. Не дает тебе. Да мне так я уже забит. Да пошло нахуй, Влад Белый. Да вообще что за хуй ночью, блядь, появился, хуйтол, блядь. Блядь, билдос же давал. Я съел бы отсюда. Хорош. Да, и бух ты это что. Расскажи. Давай прострелю, хочешь? Мега подавай, что ли? Попробуй увести всех на ближку и на дальнюю освободить, и навесить туда. Вот слышишь, никого уйдите, кто там. Только тапай нолик, ёбнутый. Еще. Ой, бля. Замах сделал, сори, замах. Хорош. Валы, но не настолько. Ладно. Чисто потные руки. Я вроде как прожал пас. Это толстые потники ручки волны. Сам ты толстый, блядь, ты охуел, что ли? Да ты там, блядь, 110. Хорош. И что дальше, блядь? Не сочтёт толстый. Дальше 111. Да, ребята, охуенно, давайте пообсуждаем. 111, как 110, только на килограмм побольше. Я не понимаю вот этого человека. Я нахуй горю, это пиздец. Ну что ты нахуй мне давать верхом, блядь? Я хотел удалиться, чтобы... Пизду, блядь, нахуй. Блядь, да успокойтесь, нахуй вы горите постоянно. С победкой. Я пожрать хочу, чё вкусно. Я даже буду... Мам! Мам, какишь, ёбаный. Положи мне тоже. Какишь тебе положи, блядь? Не, какишь и не надо. Личинку? Не, личинка это все. Былое стало. Былое. Сейчас другим, блядь. Не у меня. Я ебал, блядь. А Билдос чисто, блядь, этот, как его, Барби, блядь, ёбаный урод. 0-2 горим, блядь. Ребелды с чемпионством, блядь. Чисто Билдос, блядь. А он так и УТ играет, блядь, я тебе говорю, блядь. Чисто ведет 5-0, блядь, пропускает один мяч и говорит, все, я проебал матч, блядь. Нихуя, он поспокойнее. В УТМ вообще наоборот спокойно какой-то. Да, блядь, нахуй ты споришь, блядь, я тебя сейчас замьючу. Ой, я вслух сказал, я думал, у меня микрофон нахуй выключен, сори, Миш. И все, блядь, да, я понимаю, что смешно все, но, блядь, линию обороны законтрольте всего, это пиздец, абсолютно. Ну, понимаешь, просто был, как бы, потный член, и он, как бы, вот, сквозь булок, понимаешь, просто, блядь, проскочил, блядь, ебаный в рот. А потом, ну, блядь, обтерся, чуть подсох, и мы уже его булками держали, блядь, понимаешь? Братан, у тебя там, блядь, уже заражение спидом, нахуй, блядь, от этого члена. Спид, что ты, блядь, несешь, нахуй? Поэтому, блядь, уже все. Уха, блядь, ебаный в рот. Надо будет пересмотреть. Да. Согласен, надо пересматривать. Ну, да. Отношение к людям, блядь. Сейчас надо бегать, кстати. Ну, это... Почти потащил первый. Что-то завалился в этом месте. Ну, там это, анимация была. Олсен красавчик, блядь. На его месте, кстати, можно пихать, блядь. Зачем, блядь? Блядь. Бля, кто сыт-то нахуй?
Антон, бля, по-любому, бля. Пошел нахуй, я сижу, блядь. Я не в смысле, блядь, сидя, блядь. Антон, вставай, бля, мужики, стой, суд, блядь, заебал. Я знал, блядь. Чисто заагрили, блядь, Антон. Я вот тут стою, смотри, видишь, блядь, сижу, стою, блядь, здесь, нахуй, вот, блядь. Ой, блядь. Как тебе люди с фоток Данькиных? И сиди, и стоя можешь. И сидите? И сидя, и стоя можешь. Ну да, почему нет? Типа, блядь. Пацану уже, блядь, под 40, нахуй, тяжело стоять. Он садится, когда сыт. Это нормально. Пошли я сам... вы нахуй. Я сам нет-нет, да присяду, блядь, газеты почитать. Там, боже, глядишь, и что-нибудь какие-нибудь фрикадельки посыпятся, блядь. Что-то типа этого. Блядь, это все на запись. А, бонжур, блядь. С вами шеф-повар, блядь. Это новая запись или это старая запись? Нет, это старая, я тут моменты кручу просто еще. Опасные. И голы. Вчера ты стримишь? Да, я уже вырубился. Ну, я типа, то, что нужно про стриму. В ГГР был чемпионством, блядь. Слушай, кстати...